Добрый день. Сегодня мы продолжим о питании. Я расскажу о питании морских свинок, чем кормить морских свинок. Удивительный факт. У морских свинок кишечник составляет более 2 метров. И еда попадает в желудок и может находиться там более 3 часов, иногда даже до 7 часов. А попадая в кишечник, может пищеварение продолжаться более недели. Морская свинка должна получать в течение дня достаточно сбалансированный корм. И он должен составлять 500 грамм – это зеленый корм, 100 грамм – это фрукты и овощи, и 50 грамм – это зерновая смесь. Я вам расскажу, что морские свинки достаточно лакомые животные, они очень любят покушать. И на рынке у нас много представлено кормов, в ценовом ряде достаточно много, то есть от буквально нескольких рублей до нескольких сотен. Все зависит от того, насколько вы готовы потратить на своего любимца. Но помните, что морские свинки лакомки. И для этого, чтобы вот рацион достаточно был полноценным, специализированные корма собраны с учетом вот потребностей морских свинок. Я расскажу вам об основных кормах, которые действительно, ну, заслужили внимание. Особенно вот Little One. Он является, наверное, таким ярким представителем кормов для морских свинок. Здесь собраны все и корма, и семечки, и зернышки. То есть почти сбалансированный корм. Морские свинки должны получать витамин С. У Little One еще представлена серия всех различных лакомых добавок. Они тоже бывают очень разные. Овощные, потом фруктовые, вот такая фруктовая, вот фруктовые, овощи смесь. То есть это будет очень приятное дополнение к рациону морских друзей. Еще расскажу про один момент. Значит, морские свинки, тоже у них отличительная черта, как, впрочем, у всех грызунов, они должны обязательно что-то грызть достаточно твердое для того, чтобы зубы у них стачивались. Иначе возникают у них проблемы с полостью рта. Для этого тоже наши производители, опять-таки же, заметьте, Little One, вот приготовили такие, знаете, вкусные палочки, которые есть и яблони, и смородина, которые являются тоже прекрасным дополнением к рациону. Есть же, опять-таки, что же, камушки, которые тоже способствуют нормализации ротовой полости, то есть способствует тому, что грызун стачивает одних зубы, что тоже немаловажный фактор. Итак, из лакомства, что предоставлено для морских свинок, это вот такие еще можно предложить им. Палочки зерновые, они тоже приятного сочетания. Здесь сочетание зернышек и семечек, и все это в яичной скорлупе, то есть, ну, достаточно приятно. Морские свинки любят такие вещи. Можно предложить им вот такой корм. Тропик, да. Можно вот такие корма. И вот такого плана, когда здесь очень много вот зерновой смеси, овощной тоже. Еще что я хочу сказать, морские свинки обожают сено. Это, наверное, один из самых любимых их кормов, которые они могут есть всегда в течение дня. Опять-таки же наши производители предлагают, ну, большой, очень большой выбор сен. Есть сено просто классическое, которое не имеет в себе никаких больших дорогих добавок. Есть сено, которое содержит в себе яблочки. Есть сено с календулой. И есть сено, которое с другим наполнителем. А также морские свинки – большие любители просто зеленой травы, которую вы можете, опять-таки же, заметьте, компания Little One, вы приготовить для вас вот такой специальный лоточек, который уже готовый. Скажем так, вы просто заливаете его водичкой, травка прорастает, и вы предлагаете своей морской свинке. Морские свинки обожают.